Почти 2 миллиона рублей получат победители Югорского лыжного марафона. Самые крупные суммы предусмотрены за первые три места на дистанции 50 километров – 400, 200 и 100 тысяч рублей. Лыжники, занявшие места с 4 по 10, могут рассчитывать на суммы от 30 до 5 тысяч рублей. Победителям на дистанциях 5 и 25 километров организаторы готовят памятные призы и подарки. Суммарный размер призовых выплат победителям Югорского лыжного марафона в этом году превысит 1 миллион 800 тысяч рублей. Поощрительными призами отметят самого молодого и самого пожилого участника. В этом году марафон в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске пройдет 11 апреля. По прогнозам организаторов, в состязаниях могут принять участие около 3000 лыжников.